Привет, народ. Получил тут кабель для программирования Ретевиса цифровой станции ДМР. Без нее никак она. Ну, без кабеля не программируется, логично. Думал, может там напрямую подключено, но вроде меня убедили в том, что там какая-то микросхема стоит. Вот. Ну, сейчас посмотрим, принесу. Китаец ухмылялся, смеялся, говорит, нет, там какая-то микросхема. Пришлось за 10 баксов купить, подождать недельки две. Ну, сейчас посмотрим, что там за микросхема. Так, станция такая, RT3S DMR. Я у Косоглазова спрашивал, там Паша ролик выпускал из Днепропетровска, но у него был, это же на RDH-ке, а у него гетеродинный был аппарат. Ну и Косой мне сказал, что типа, получается, в супергетеродине там напрямую подключалась шнур, напрямую, то есть без каких-то микросхем. Ну и мне начали говорить, что и косоглазый тоже, что нет, тут типа это не так, там не напрямую, там что-то там есть. Вот я только что раскрыл, сейчас покажу, что я там увидел, что там есть. Что могу сказать? Ну уроды просто, уроды. Это как $10 зарабатывать ни на чем. В общем, смотрите. Вы уже все поняли, я думаю. Сейчас я отколупаю. Они так хорошо залили, и все. Хрен доберешься. Чмошники, просто чмошники. В общем, по крайней мере, народ будет знать. Люди будете знать, да? Смотрите. Не знаю, там, я думаю, с распиновкой разберетесь. Вот, видите, вот. Получается, раз, два, три. Сколько там у нас ножек? Четыре ножки. Используется только три. То есть, если отсюда считать, первая это красный, вторая это белый, третий черный. Никаких здесь микросхем нет. Гандоны косоглазые. Вот. И просто идет на разъем. Вот так вот. То есть, если бы я имел эту информацию и понимал, что здесь то же самое, как и то, что Паша говорил, я бы, конечно, у этих мудаков не заказывал за $10, а сам бы все сделал. Ну, я думаю, это видео понадобится людям, пригодится, которые хотят заказать, допустим, шнур для программирования RT3S, Ретевис. Вот. Вот так вот все делайте, и будет вам счастье. Так что, косоглазые за $10 продают вот такое вот, такие вот мега-шнурки. Так, прозвонил, значит, смотрите. Как все идет? Значит, смотрите. Вот если смотреть вот так вот, да? Ну, то есть на разъем USB-шный. Вот так вот смотрим, да? Вот, и контакты прозвоните. Вот. Будем считать этот первый. Вот, первый идет к вот этому. Вот контакт первый. Вот он здесь маленький. Это идет красный провод. Белый идет к вот этой верхней пытке. К вот этой верхней. И третий черный идет к среднему выводу нижнего. К среднему выводу нижнего. Вот так вот. То есть это такая простейшая схема, которую эти маленькие косолазые мудаки не могли дать. Ну, бизнес, ничего не поделаешь. Так, окей. В общем, ребята, лайки, дизлайки, комментарии. Кому надо, пользуйтесь, делитесь. И там уж смысла нет брать, сами понимаете. У кого есть уже вот такая вот хербора, у многих такой есть железки, то можно просто не заказывать, ничего не ждать, а делать. Всем добра, всего доброго, всем три, до свидания.